На 8-й минуте здесь Лионель Месси записывает голевую передачу. Ну а вот эпизод, когда Сеск Фабрегас блистательным образом подошвой оставляет мяч Лионелю Месси. И тот забивает свой 9-й гол в чемпионате. И кажется, ну все, 18-я минута, 3-0, дело сделано, оно в шляпе. И вопрос весь в том, сколько в итоге получит Депортиво, 8 или 12. Но оказывается, что жизнь преподносит нам самые разнообразные сюрпризы. Это футбол, и Депортиво, надо отдать ему должное, в этой ситуации.